Лабораторія краси продовжує сезон перевтілень. Сьогодні нашою героїною стане відверта та сором'язлива жінка, яка має велике добре серце. Ірина працює вчителем у Миколаївській загальноосвітній школі номер 19. Свою професію вона обирала за покликом серця, так як безмежно любить своїх учнів. Я вирішила стати вчителем, тому що дуже люблю дітей. И не представляю свою жизнь без этих маленьких существ, которые приходят ко мне 1 сентября на занятия, а потом в конце учебного года, получив солидный запас знаний, уходят на 3 месяца на каникулы или в новую жизнь. Працювати з дітьми завжди нелегко. Вчитель має стати для учнів взірцем та авторитетом. Ще складніше йти у ногу з часом і модою, щоб встигнути за вподобаннями школярів. Наверное, перед каждым учителем накануне 1 сентября встает такая проблема. Что же сделать с собой такое, чтобы прийти 1 сентября как какой-то необычный, какой-то новый, изменить себя, свой стиль, найти какую-то ноту в своем внешнем виде креативности и удивить своих детей и учеников, с которыми ты работаешь. Майстрині лабораторії краси вже готові зустрічати Ірину у стінах салону краси «Комплімент». Тож ми негайно вирушаємо до них за новим образом для нашої вчительки. Перш за все, до зміну зовнішності Ірину підготує косметолог, яка вже запланувала для неї низку омолоджуючих процедур. Перед нашей процедурой я просто, как косметолог, обязана спросить у вас, есть ли у вас наличие аллергических реакций на какие-то косметологические средства. Людмила Ильичева, косметолог. По-моему, нет. Нет, это очень хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, что бы вы хотели получить от сегодняшней нашей процедуры? Я хотела преобразиться на 250%. Я сегодня вам предложу такой комплекс «Мгновенное сияние». То есть он будет у нас состоять из глубокого очищения на основе энзимного пилинга. Также мы увлажним кожу с помощью фонофореза, который поможет нам ввести в слои дермы гиалуроновую кислоту, алоэ вера, и закрепим увлажняющей масочкой. И вы будете у нас красотка. Доверяю вам. Ірина Колесник, майстер-стиліст 3-го рівня Комітету стандартів салонів краси. Наша героїня Ірина Анатоліївна – учительниця старших класів, класний руководитель. І ми хотіли б побачити в ній совершенно другую, более романтичную, более мягкую женщину. Для того, чтобы и дети посмотрели на нее с другой стороны, и она сама могла бы себя увидеть совершенно в другом образе. Будем работать со стрижкой. Волосы сострижем в стрижку боб, которая придаст объем и сделает ее более моложе, более мягче. И изменим цвет волос на золотистый блондин. Я думаю, она себя увидит совершенно по-другому. И все окружающие тоже ее не узнают. Алена Озірна, майстер-візажист. Для нашей героини Ирины мы будем делать возрастной макияж. Главная цель, которая является увлажнить кожу, очистить ее, а также придать яркости макияжу. Она сегодня полностью меняет образ, поэтому мы будем отходить от привычного для нее макияжа, делать акцент на глаза и подчеркивать губы. Для нашей учительницы мы подобрали несколько нарядов, в которых она сможет посещать как работу, так и куда-то пойти в нерабочее время. Это брючки, блузон и кардиган, который очень выгодно подчеркнет достоинство фигуры и скроет недостатки. В втором варианте свою изюминку привнесет жилет. Я думаю, что в нем нашей героине будет комфортно
как в рабочее время, так и какие-то выходные дни, где она сможет себя представить не только в деловом образе. Подобрали третий вариант для создания более женственного образа. Ничто не делает женщину женственнее, как платье. К нему мы подобрали аксессуар, так что в нем тоже можно пойти как на работу, так и куда-нибудь в нерабочее время. Ирина Анатольевна, как вам ваш новый образ? Я в восторге от своего образа, от макияжа, от прически, от одежды, в которую облачили меня сегодня мастерицы. Понравился нам результат. Мы как бы проэкспериментировали, скажем так, с осветлением, со стрижкой. Может, для учителя это не совсем привычно, но в любом случае это стильно, модно, более как бы молодежно, скажем так. Поэтому мы стремились, конечно, сделать вас не просто сухой учительницей, да, а такой модной, современной, которая бы шла в ногу со своими учениками. И думаем, что вам легче, может быть, чуть-чуть будет найти с ними общий язык. Да. Мы намагалися створити з вас подружку для ваших учениць. Я думаю, нам це вдалося. І хочу я сказати вам дякую, що ви вирішили взяти участь у нашій програмі. И вам большое спасибо за то, что вы пригласили меня на такой проект. Я довольна. Я считаю, что вот такой вот образ, в котором я сейчас вышла перед вами, может быть образом учительницы старших классов, которая придет к ним 1 сентября и будет действительно подружкой для 11-классников. Уважаемо вам только любовь от ваших учнів. Спасибо большое. Спасибо вам. Не бійтеся змін, змінюйтесь зовнішньо і внутрішньо на радість собі і близьким. Подаруйте собі комплімент.